Холодные. Идем смотреть котел. И снова здрасте. Называется. Ну что, опять у нас перекусился болт, который соединяет вал и моторчик. Не знаю уже, что с ним делать. Он, наверное, слабенький. Надо что-то потолще, покрепче. Ну, где же его взять покрепче? Вот видите, болт перекусился. Вот он перекусился, болт. И кусочек застрял там. Сейчас надо его крутнуть, чтобы он достался. Так, ищем. Разводной ключ есть. Болтики. Какие же нам болтики взять? Болтики. Вот этот возьмем. Вроде бы покрепче. Или ну, на всякие пожарные. Возьмем еще этот и вот этот. Сейчас посмотрим, что подойдет. Так, ключи есть, болтики есть, пошли. Включаем. Значит, нам надо сейчас крутнуть вот этот вал немножко. Крутнуть немножко вал, чтобы там дырочка с дырочкой совпала. И болтик выпал. Не пойму, выпал. Или не выпал, вот он. Вот он, видите, кусочек, который был застрял там в середине. Теперь нам надо опять совместить эти дырочки. Не вижу. Надо опять совместить. И опять поставить. Болтик-то я поставлю. Дело в том, что перекусывается он на ура прям. А где найти покрепче? Гаечку сейчас эту свинтим. Свет закрывай, да? Гаечку свинчу эту. Не хочет свинчиваться там краешек, где откусывался. Вот зараза. Так, гаечку свинтим. На этот навинтим, да? Так, вставляем. А что не ставится? Чуть-чуть надо куда-то повернуть, что ли? Ага, так, да? Вот так. Теперь тут не ставится. Чуть-чуть еще повернем. А, там еще кусочек болта был. Так, накручиваем. Угу, что он не хочет накручиваться? Значит, не той стороной накручиваем? Или все равно какой? Ну вот, люди добрые. Кто ж думал вот это? Я гадала, что я вот это котлы буду ремонтировать. Так, ну что, не хочет. Так, проверяем. Он и так не хочет. Другой тогда. О, этот идет. Этот небольшой ли он? Не будет ли цепляться за это? За крышку будет цепляться, да? Ну да, этот не подходит. Этот не подходит, это длинный, поняли? В чем секрет? Короче, мне надо такой, как тот, найти. Надо найти вот такой, только чтобы он закручивался. Этот не закручивается. Что такое? Какой-то он раковый, да? Пойду, короче, другой искать. Так, нашла я другой болтик. На том резьба что-то была такая.
Неправильно, этот накручивается, и по длине хороший. Я все проверила. Вы мне верите? Сегодня мы будем в тепле с бабушкой. Или вызывать нам мастера из-за 3/9 земель. Так. Не великоват ли ключ у меня, как вы думаете, для такой гаечки? Оп. 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 Ой, не для того, конечно, мама. Вишенку растила. Ой, чтобы я вот это котлы ремонтировала. Ой, ну да что делать? Сейчас прикрутим эту штучку. И наступит у нас час X. А, нет, еще не наступит. Еще нам надо уголь закинуть. Хотя бы 3 мешка. Угля закинуть. Золу почистить. Вот такая вот жизнь беженки. А вы что думали? Медом тут намазано. Медом было намазано. Да уже, видать, не будет. Все. Поздравляю вас.